На конкурс дети читают стихи для лабиринта.ру. Номинация «Мой любимый поэт». Агния Барто, «Бестолковый рыжик». Читает Александров Роман, 5 лет. Как воспитывать щенков, знаю я из книжек, но ужасно без толков годовалый рыжик. Каждый день его учу, достижений нету. Невоспитанный пока, ходит он по свету. Сахар сразу он берет, очень ласку любит он. Раскомандуешь вперед, ездят под террасу. Нарисованный щенок в книжке на обложке. Нарисованный щенок спит в объятиях кошки. Рыжик к дружбе не готов, он рычит на всех котов. Очень жаль, что рыжик не читает книжек.